Ну и всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, ваш дорогущий друг Ликс, ребята. И сегодня со мной Владимир РПО. И сегодня, ребята, как вы будете по названию поняли, у нас сегодня битва строителей. Та-данг! Поехали! Итак, что мы будем строить-то? Давай парку развлечений. Палку назначений? Парк развлечений, ну давай. Знай, World Edit можно использовать. Вон твои ворота. Я понял, куда без него. Да, сейчас будем делать. Итак, ребята, сейчас у нас будет постройка парка за 5 секунд. Сейчас я возьму нужные блоки и будем считать. Ошибочка вышла. За 10 секунд мы попытаемся построить парк, далее за 1 минуту, а потом за то время, за сколько можем. Ну, после 1 минуты будет 10 минут, а после 10 минут будет тот, кто первый достроит, и у кого будет лучше, тот победит. Ну что ж, погнали. Так, время пошло. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Все. Время вышло. Что у тебя там? Ну-ка. Ну, прилетай. Неплохо. Ферма какая-то у тебя. Парк развлечения. Ну ладно, а посмотри, что я успел построить. Та-дам! Это недостроенная арка. Хотел сделать, но не получилось. Ну, это же парк развлечений. Так, давай продолжаем. Итак, минута пошла. Время окончено. Итак, открываем двери. И что у нас получилось? Ну, в принципе, у тебя чуть получше. Идем посмотрим, ну, у меня. Покатайся. Ну, давай, сейчас сяду. Уи! Катаемся. Ну, все, вечный двигатель обеспечен. Так, давай посмотрим. А это, короче, у нас вот такая вещь, которую я... Я даже на нее сесть могу. На нее сесть пока нельзя. Она на тех работе. Она барахтается. Потому что она на тех работе, она устала. На нее столько людей село. Итак. Ну что ж. Не ломай мою постройку. Так, давай продолжаем. Так. Ребята, теперь у нас будет за 10 минут постройка. Ну что ж, поехали. А я все сломаю. Так, ребята, вот так ставим и пишем set 42. Блин, не туда сделал, не туда сюда. Отлично. Так, ребята, что ж, так нужно вот так делать, вот так. Отлично. Итак, минута прошла. Итак, давай посмотрим, что у тебя. Это что? Это что такое? Колесо обострения. Угу.
Ничего себе. А, сейчас. А вот почему у тебя вот это вот работает? А у меня вот это активированные рельсы не работают. Давай идем посмотрим, что потому у меня. Что ты их не на тот активировал. Ты что? Так у меня потому что это другие, наверное. Ты что сделал? А ты посмотри. А, у меня не энергорельсы были. Это, короче, у нас... Это аттракцион. А это... Дети типа садятся, их бросает вверх. И они возвращаются обратно. Но это вообще для взрослых. Ну, как-то, ну, не очень. А это арка. Типа заход в парк. Это заход в парк. Короче... Ну что ж, короче, у нас теперь, знаешь, какое время? Теперь, ребята, у нас время такое. Типа, кто первый докончит, хорошо достроит свое и скажет, что уже конец, тогда мы сравним. И все, ребята. Да, можно оставить свое творение, которое ты в прошлый раз сделал, и сделать, типа... Да, получше. Итак, ребята... Время уже как прошло, сколько сделала. Я уже первый, кто сказал слово готов. И давайте уже посмотрим, что сделал я. Ну, это посмотрим в конце. Давай, короче, РПО, открываем двери твои. Так, что ты у нас построил? Вот это ты не изменил. А это что? Мини-аквапарк. Вот это вот, заходи тут. Ты типа, я был недавно тут, вот таком вот месте. А, фонтанчик? Да, его можно активировать, кстати. Ну-ка, да. И как его активировать? Вот, ты его активировал. О, круто. Ладно, пошли, опа, а это что, тир? Тир, вот. Это вот похоже на тир. Отсюда взять оружечку, патроны и начать стрелять. Понял. Ну ладно. Идем теперь посмотреть, что у меня. Самые так. Гигантские качели. Нет. Бассейн. Титр. Это тир. Ну, смотри, что тут добро. Написано. Добро пожаловать. Это у меня улучшенный вагонеточный загон. Ну или как там его назвать, не знаю. Ну короче, смотри, садишься. Уху, ребята, я катаюсь. Смотрите на меня. Я катаюсь. Уху, давай, типа, смотрите, видите? И все, станция приехала. Прикинь, дистанцию. Да. Я попробовал. Я прыгнул на 3 метра. А теперь я прыгну прям в стену. Ну, короче, ребята. А вот игроавтоматы. Так, это у нас игровые автоматы. Смотрите просто. Ребята, смотрите, это у нас... качели. Ну что ж, ребята, а чей лучше выбирать вам, ребята? Так что всем удачи, всем пока. С вами был РПО, а также я. Ну что ж, всем пока.